Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Garmin Instinct 2 Solar Tactical отключиться от iPhone. Заходим в Garmin Connect на iPhone. Далее нажимаем наши часы. Нажимаем дополнительно и нажимаем удалить устройство. Подтверждаем. И часы отключены. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!